Добрый день. По поводу Ильина. Шум гам в сети. Я, честно говоря, как бы не особо знаком с его творчеством. Посмотрел, что к чему. Ильина обвиняют в фашизме. Ну да, он там хвалил фашизм, хвалил Гитлера. Говорил о том, что Гитлер спас Европу от большевизма. После войны он так и не осудил национал-социализм немецкий. Вот. Умер в 54 году. Вот примерно как и Сталин. В то же время. И я не знаю, как бы зачем было вытаскивать этого человека и его именем называть институт какой-то. Нахрена? Это же фигура явно провокационная. То есть это то же самое, что и Бандера на Украине. Да, Ильина гестапо немножечко там прессовала, ну так, немножечко. Угрожала ему концлагерем, вызывала на допросы. Но это потому, что он придерживался там каких-то своих убеждений и держался за свою русскость. Все таким русским человеком был. Хотя наполовину немец. Вот. Ну и Бандеру тоже прессовали. Бандера даже в концлагере как бы сидел, да, у немцев. Многих бандеровцев немцы расстреляли, потому что те думали, что немцы пришли освободить их землю от большевиков и отдать им эту землю в управление. Вот на это надеялся и Ильин, что немцы так же сделают и с Россией. То есть Ильиновщина, Иван Ильин, Ильиновщина, это то же самое, что и Бандеровщина. И это как-то выглядит странно, потому что мы же боремся с украинским национализмом, с Бандеровщиной, с фашизмом украинским. И тут же как бы наш президент цитирует этого Ивана Ильина о том, что Россия должна быть свободной, свободной. Там много раз произносится слово «свобода». Что подразумевал Ильин, это свобода от большевиков. Но он был монархистом. Он был монархистом. И ненавидел большевиков за то, что они снесли. Ну, ведь не большевики снесли монархию, правильно? Февральская революция. Большевики монархию восстановили, по сути. Ведь Сталин-то был кто? Типичный монарх такого византийского типа. В Византии царем мог стать, и сапожник тоже, между прочим, и становился не раз. Вот, и если ты монархист, тогда, ну, тем более, что тебе ругать большевиков? Ничего не поменялось. Ну, просто одни хозяева на других сменились. Был этот несчастный Николай II, который страну погубил, себя, свою семью. Вот. Стал Сталин. Чё? Ну да, тоже репрессии там, да, как и при Николае расстреливали рабочих. Николай еще говорил: «Я вас прощаю, потому что вы пришли к Зимнему дворцу, не имея на это права, без разрешения, без справки, понимаете? Я вас прощаю». Это после того, как там поубивали, я не помню сколько там, большое количество людей. Так он их еще простил за это. Но у Сталина тоже, да, при нем были репрессии еще больше, чем при Николае. Ну так а что? Это же монархия. Монарх правит как хочет. Вот. И опять же, если президент цитирует Ильина, то к чему он клонит? К монархии, к фашизму, я не знаю. Я думаю, ему просто подсунули. Ему же некогда, он же как раб на галерах там управляет безотрывно. Когда он будет углубляться в Ильина? Какие-то там прочел цитаты, оказалось, что Иван Ильин там фашистом был, да. И как теперь оправдаться? Вот.
Я не думаю, что Путин так же думает, как Ильин. У него же брат похоронен в Ленинграде, там погибший во время Великой Отечественной. И Путин должен быть серьезный иммунитет против этого национал-социализма, фашизма, всего этого. Ну, я надеюсь так. В общем, каким бы ни был там Ильин, да, его жизнь, его там обстоятельства, но вытаскивать вот такую фигуру, начать ей размахивать для того, чтобы потом вот эти скандалы все, для того, чтобы западная пропаганда тыкала носом туда. Говорил, ну вот же, вы же сами же, чем вы лучше этих украинцев? И правда, а нахрена? Ну мало ли в России философов, мало ли в России даже националистов. Да весь 19 век, возьмите там славянофилов. Да, абсолютно люди, ну, безобидные, любили Россию беззаветно. Ну, бери ты оттуда цитаты. Поднимай оттуда людей на щит. Их именами называй. Институты. Ну, мало ли было людей. Ну, хочешь поближе, ну, возьми, например, тут Сикорский, например, Игорь. И Сикорский — это авиаконструктор, а его папа, Иван Сикорский, по-моему, его звали, он был одним из первых психиатров детского направления. В конце 19-го, начале 20 века очень уважаемый был человек, профессор и русский националист. Такой прям, ну, конкретный русский националист, киевлянин. Его даже Васнецов нарисовал в соборе, который вот строился много-много лет. Он его нарисовал там, по-моему, в образе какого-то одного из апостолов. То есть можно прийти и посмотреть в современном Киеве лик этого, значит, отца нашего авиаконструктора Сикорского. Ну, прочти святой, ну, бери, именем его называй. Институт. Не нравится тебе психиатр, ну, найди другого там. Поэта какого, ну, возьми Гумилева, например. Гумилев. Великий евразиец. Прекрасный поэт и писатель, да? Почему его именем не назвать институт? Нахрена вы вот этого вот взяли, достали? И теперь выглядите как идиоты. Понимаете, вот почему я эту власть не люблю, не доверяю ей? Потому что она неадекватная. Она все время делает какие-то косяки на ровном месте. Да? На ровном месте теряет. На ровном месте создает какие-то проблемы. Ну, Дугин, понятно. Прости меня, Дугин, но, по-моему, ты просто фрик. По-моему, тебе просто важно быть в центре внимания. Егор Холмогоров, который защищает Ильина, ну, вроде приятный парень, да? Ну, тоже. Зачем ты врешь открыто, что он полностью был за Советский Союз? Да не был он за Советский Союз. Он ненавидел Советский Союз за то, что это, как бы, там у власти другая монархия. То есть другой царь, не тот, которого он хотел. Вот. И как-то... Как с этими либералами? Вроде умные люди, что-то там говорят, ты их слушаешь. Потом уезжают за границу и оказываются, ну свиньи, блин. Ну, начинают просто родину открыто предавать, переходить на сторону врага. Так и с этими патриотами тоже, ребят. Ну, блядь, ну как вас поддерживать, если вы, ну, элементарные какие-то не понимаете моменты? Что вам важнее, очередной раз плюнуть в совок, пнуть дохлого льва, там, обругать большевиков, или вам в реальность важнее то, что сейчас есть? Чем вы занимаетесь вообще?